Потому что у нас группа под названием Alter Ego, который представляет Центр детского творчества «Креатив» под руководством Вадима Савицкого. Вон он стоит там. Молодец такой. Коллектив Alter Ego начал репетиции в марте 22 года. Особенностью команды являются стойкие предпочтения в олдскульном звучании музыкального материала, основанного на лучших традициях и примерах мировой рок-музыки. Я знаю, что они сегодня вас удивят, исполнив прекрасные кавера на настоящую рок-классику. Ну что, последние приготовления? Ах! Группа! Alter Ego, город Богданович! Молодец! Там, ага. Ну что? Ох, сейчас что будет. Раз. Поехали, Alter Ego. Thank you.